Это самопальный микрофон, 22 мм капсуль. Никаких поп-фильтров, то есть вот так, как он звучит в пустейшей комнате. Раз, два, три, четыре, а потом будет 25. Это мембрана 25 мм. То есть верха здесь сразу слышно. Вот такие. Слышно, слышно. Теперь пойдем на Mic Parts с Дечманом. Там капсуль Дечман 6-микронный и схема Mic Parts по шепсовскому принципу. Это Mic Parts с капсулем Дечман. Дечман, Mic Parts. И теперь вернемся к самому примитивному микрофончику, у которого 22 мм капсуль электретный и простейшая схема из двух компонентов. 22 мм. И звучит он вот таким образом. 22 мм мембрана. Сейчас 25 мм. Mic Parts с капсулем Дечман. 22 мм мембрана. Да что это здесь за винтик такой? Под ним есть шайба, а шайба прижимает три вентиляционных отверстия в задней части капсуля. Давайте откроем вентиляционные дырочки и послушаем, как изменится мой голос. И вот теперь я говорю в этот же капсуль, и уже там есть всего-навсего 3-миллиметровые дырочки. Теперь эту голову можно ставить на нашу бутылку. Таким образом мы получим такой муляж старого Телефункина. Вот такая идея.